Когда-то Махар-Пура был богатым и процветающим королевством с глубокой историей. Минситар был принцем Махар-Пуры. С юных лет он служил в армии. Его уважали за его невероятные достижения и называли одним из четырех великих генералов. Но герои никогда не могли противостоять красавицам. Минситар встретил прекрасную девушку на берегу озера, и вскоре они влюбились друг в друга. Однако его отец, король, быстро узнал об этом. Минситар умолял и просил, но все же его отец был сильно против его любви. Самый напряженный момент был, когда король направил святое копье в сторону своего сына. Отец Минситара не мог больше этого терпеть. Минситар понял, что решение отца не изменить, и настроение короля не поддавалось контролю. Его выгнали из дворца. Прошли годы, и король тяжело заболел. Ему оставалось жить несколько дней. Дворец был покрыт печалью и паникой. Повстанцы и бунтари воспользовались шансом, и весь дворец поглотил хаос. Враги-захватчики начали свое вторжение, услышав о смерти короля. Бедный Махар-Пура находился под давлением врагов и вскоре сдался им. Гонцу удалось тихо сбежать, и он нашел Минситара, бывшего принца. Он сообщил ему, что король уже давно простил его, и теперь Махар-Пура подвергся большому кризису. Принц должен был взять святое копье и спасти царство и его людей. Принц без колебаний взял святое копье и сразился с врагами своего королевства. Наконец, благодаря бесчисленным воинам, Минситар уничтожил всех захватчиков и армию сопротивления. В Махар-Пуре снова воцарился мир. Принц Минситар был глубоко любим людьми и взошел на трон. Он стал следующим королем Махар-Пуры. Минситар совершил революцию и принес инновации в свое королевство. Вскоре Махар-Пура снова стал процветающим местом.